Я постараюсь максимально интересно показать вам это событие, которое здесь будет происходить. Коврофест 2018 объявляется открытым! И вручаю почесний диплом Книги рекордів України громадської організації «Пошуково-історичний клуб «Комрад». Ребят, неимоверная атмосфера творится здесь, на фестивале. Друзья, меня позвали на сцену. Ешь, а вкусный плов ешь? Ждем прошлогодний ответ. Ребят, посмотрите, какая атмосфера творится на Комрад-фесте. Свят. Веселый, ты готов к конкурсу пива на скорость? Ты готов, да? Потому, потому что вы комрады, а лес и поле это ваш родимый дом. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Мы приехали на Комрад-фест 2018. Я постараюсь максимально интересно показать вам это событие, которое здесь будет происходить. Сейчас идем регистрироваться, забираем вещи, идем регистрироваться. Я вон уже вижу наших знакомых комрадов. В общем, сейчас зарегистрируемся и будем дальше понимать, какие будут происходить конкурсы. Ты как себя расписал? Через ща или с ча? Через ща убрать. Ребят, мы зарегистрировались, получили бейс. Это какая область? Номер 101. Надеюсь, этот бейдж будет удачным. При розыгрыше каких-то подарков. Что нашли на эти комиссии? Сейчас, в общем, у нас... Козацька булава. Что у нас происходит? Козацька булава? А якому гетьману она належала? Мы припарковали с Генчиком вот там вот. Нам нужно переехать. У меня сегодня. Переехать. Сегодня нашли первое золото. Где? Не там, я думаю. Переехать вот туда, там, вот. Смотрите, там для всех. Там розумієте? Вся наша банда собралась. Сейчас туда переедем. Там золото, до речі, можете расположим палаточный городок. Якщо у вас є, можна и показати, скоро будем начинать. Смотрите, не переключайтесь. Номер бейджа. Участвует в розыгрыше металлоискателей и призов от наших спонсоров. Поэтому сохраняйте бейдж с собой. Сюда у нас будет. Собирайте металлоискатель, подходите ближе сюда. Пловчик будет, да? Напомню, люди уже находят золото. Ну, это те, у кого руки чешутся. А мы скоро начнем. Подходите понемногу к сцене сюда. Ребята, тернопольская корчма. Просто вкусняшки всегда готовить. Ребят, мы повесили флаг группы. Зацените. Вот такая, в общем, у нас тут собирается тусовочка.
бетон с номером, Честно, вот такие, ага. Вот такие колечки вот попадаются. Кроме колечек по керамике. И гвоздики. Чьи колечки? Черняховские. Вот такое, да. Черняховские, Артур Черняховский. Вот такие гвоздики попадаются. Это гвоздики, потом, смотри, прокурка. Вот эти вот гвоздики, вот это сережки скифские, чтобы ты знал. Да? Да. Женя находила. Класс, у меня есть пару штук таких. На грушевке возле дамбы. В общем, разбирают ребята тут шмурдяк. Да. Шмурдяк, да. Наши кладоискатели, наши любители копа, любители золота и других артефактов. Мы зовем всех к сцене. Комрад Фест 2018 начинается! Меня зовут Антон, и волею судеб мне выпало который год подряд быть с вами и вести этот замечательный фестиваль. Я желаю вам легкого копа. Еще раз напоминаю, не ищите глубоко сильно. Мы зарыли все на расстоянии 20-25 сантиметров. Желаю вам удачи, успеха и, главное, хорошего настроения и везения! Оу! Комрад Фест 2018 объявляется открытым! Ребят, сейчас будут замерять рекорд Украины по самой наидлинной цепочке из катушек металлоискателей. Мы тоже участвуем в этом конкурсе, в этом замере катушек. В общем, смотрите, сейчас все выстраиваются полукругом и будут замерять, в общем, длину катушек. Сзади стоящая линия. Становитесь ближе, подходите. Катушка катушки, катушка катушки. Вы знаете, это очень классный такой нетворкинг, потому что мы можем почувствовать плечо комрада, понимаете, рядом совсем. Подходите. Сюда, 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 сюда. Комрады, сюда. Да, подходите. Подходите. Катушка катушки. Все, все, все. Это рекорд Украины. Каждый из вас получит еще и сертификат. Ю-ху! Так, встали. Аминь! Аллилуйя! Я даже не знаю, сколько это в метрах будет. Метров 40, наверное. Может, 50. Привет! Привет! Наши уважаемые представители Книги рекордов Гиннесса. У нас... мы начали... У нас тут еще добрых 20 метров есть. Металлоискателей, детекторов, катушек. Примите. Еще примите назад, чтобы мы здесь, смотрите, выровнялись. Да, вот так по прямой. По прямой, чтобы можно было сфотографировать, чтобы все поместились на эту фотографию. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад. Выпрямляем, еще. Класс. Просим комрадов сохранять свое положение, оставаться вот так вот. После установления рекорда Украины, а я надеюсь, мы его установили. Как думаете, комрады? Конечно! Да! А в следующем году побьем! Обязательно! Будем искать сегодня! Сегодня три монеты золотых! Будем также искать по монете квест! И также Антон еще скажет, какие призы. Все уже закопано. Будут монетки крестики, золото, серебро. Все построимся в ряд. Антон объявит старт. И мы найдем золото. Реальное золото. Кто находит золото, кричите, ребят. И кто находит жетон, кричите. Мы будем фиксировать. Перед тем, как мы отправимся на коп, кроме золота... Кроме монет, кроме крестиков и всех остальных ништяков, которые мы закопали там для вас, сейчас слушайте очень внимательно. Итак, слушайте очень внимательно. Сегодня в поиске жетонов
номера, которые выигрывают. 33-й номер. 33-й номер. Это наш металлоискатель АРМД. 33-й номер, это вот этот самый с блютузом, в общем, самый продвинутый, прокачанный металлоискатель. 19-й номер жетона, запоминайте, это катушка компании NEL. 174-й номер, это рюкзак Rutus. 93-й номер, это металлоискатель Quest. 93-й номер, запомните. И 222-й номер, это бесплатный завтрак на утро от тернопольской корчмы. Раньше. У нас есть результаты. Внимание! Итак, ну скажу, совсем непросто было все это измерить, но у вас действительно очень много. Ну, в первую очередь хочу пожелать вам сегодня хорошего настроения, приятных впечатлений и, конечно же, хороших находок. А находок не только сегодня, а вообще в вашем очень интересном деле. Ну и как свидетельство регистрации этого рекорда, я хотел бы огласить результаты и вручить всем вам, вернее, Алексею, ну, в лице Алексея поздравить всех вас с новым рекордом. Итак, этот рекорд зафиксирован в категории массовых заходов вперше в рамках проведения щорічного фестиваля любителів пошуку Камрад Фест 2018. Учасники фестивалю презентували новий рекорд України. А саме, найдовший ланцюг з металошукачів. І ми зафіксували наступні результати. Отже, довжина ланцюга складає 51 метр 40 сантиметрів. І загальна кількість металошукачів складає 178. Отже. Ну і як свідоцтво реєстрації цього рекорду, вітаю всіх вас. Ну і вручаю почесний диплом Книги рекордів України, громадської організації, пошуково-історичний клуб «Камрад». Та вітаю також усіх гостей фестивалю. Керівник Семков Олексій Олексійович. Вітаю вас. От нас, от Книги рекордов Гиннесса. Это наше общее достижение. Фотографируйтесь. Когда мы разыграем красные штаны Алексея Самкова, мы тоже их по кругу пустим так. Если от них что-нибудь останется потом, знаете, на кусочки порву. Метров рекорд. В том году 134 метра. Последнее приготовление, и мы отправимся искать жетоны. Детекторы вверх! Кто готов к поиску жетонов уже? Эй! Камрад Фест 2018. Мы уже давно начали. Оу! Поиск жетонов. 33-й номер. Сертификат РМД. На покупку РМД. Это нашего суперсовременного поднявого металлоискателя. Все ищут жетоны и золото. У нас есть несколько монет и есть штук 6 жетонов. Сейчас закончим поиск, ребят, я вам все покажу. Под номером 93. Ребят, мы нашли монету, смотрите какую. Сходка.
Я не знаю, золото нет? Я думаю, нет. Я тоже думаю, что нет, нет. Ох, вам повезло. Друзья, посмотрите на эту находку, но я туда не пойду, бля. Достанем все равно. Отходим подальше. Цифровой. Суммируй. Монета мы не помним. Тоже царька, да? А ну. Итак, друзья, результат поиска жетонов. У нас 5 жетонов и 3 монеты. Это не золото. Вот такое вот. Вот такой вот результат. На меня одного. А больше никто ничего не нашел. Ты что, нашел? Я не буду дули показывать. Да ладно, покажи уже этих 15 жетонов, что ты скромняга такой вообще. И Серега 20 нашел. Один я, блин, 5. Вот да, только да. Вот самый все. Скромный. Ладно. Нужно получать удовольствие. Пойду сейчас там барышня танцует, пойду сниму стриптиз. Давай, давай. Ваши аплодисменты Настеньке. Оу! Жарится нога. И сразу же наградить победителя. Вовчик готов, смотрите. Борщик. Ковраты, кто закончил? Все, есть что похавать. Андрей, кто бы мелкие есть? Давай бегом. Поиск золота UA. Иду. Сертификат на... Ребят, неимоверная атмосфера творится здесь на фестивале. Движуха, конкурсы, очередь за едой. И за бесплатным пивом. 33-й номер. И за бесплатным пивом. Жетон с 33-м номером. Сейчас идет розыгрыш по жетонам. Да. Мы, к сожалению, наверное, там ничего не находится. Выиграем, потому что мы не нашли те номера, которые окей. Нужно было найти. 19-й жетон. Нема, Серега, ты не угадал. У нас нет 19-го. 19-й жетон. Серега, у тебя 18. 18-й не канает. Ждем, может, нам что-то перепадет. Да не было, не было. Отлично. О, по наследству. Как тебя зовут? Никита. Никита, тебе сколько лет? 9. Папа себе достойную старость обеспечил, я смотрю. Сыновья, вы пенсию не надо, да? Сыны все найдут. Хорошо, аплодисменты хлопцам. Спасибо большое. Копайте, пользуйтесь на здоровье. Это действительно отличный подарок. Поздравляем вас. Да, еще один подарок для вас, комрады. И после сразу же начинаем определять, кто дальше всех метает чешуйку. Танец тверк. Настенька, прошу любить и жаловать. Снимаем. I just wish I drank it with my juice. I feel hella good, I don't know about you. Hella good, hella good, hella good, hella good, hella good. When you worry about it. Spidey tongues and me high grade sent from above. We tell them. О, Женя, вы наш частый посетитель. Сколько у вас? Я без спрос. А то, нам надо забрать жетоны. Жетоны. Все жетоны забирают. Внимание, все жетоны сдайте, пожалуйста, положите вот здесь в уголочек на сцене. Сколько тут, Женя? Сколько? Сколько жетонов? Вы не знали, но я-то откуда могу знать? Да,
Сколько жетонов? Приз нормальный? А це зброя. Посчитайте. Хорошо, Женя, много жетонов, ладно, расщедрись. Расщедрись, так и быть. Жень, выходи. Жетоны. Женечка, попрошу вас, соберите жетоны и отдайте их, пожалуйста, Лёше. Друзья, самый юный поисковик выиграл металлоискатель. Зацените. Папа нашел сам жетон 93. Подождите, я должен спросить у общественности. Ну, иду на поиск этих. Папа нашел этот. Сидел там вот на своем лагере. Папа цель. Говорит, я такой, раз, 93-й. Два, я такой говорю, три. Пап, так это что-то выиграть за него можно. Я почти, такой, почти. Ну, почти. Я говорю, пап, большое. Пошли кто глянем. У нас еще много. Глянули, говорили. Как тебя зовут? Пошли на поиск, ну, Кира, на... Кира, красивое имя. Ты готова? Смотри, вот. Папа такой говорит, хорошо тебе, хорошую новость тебе сказал. Сказал, за 93-й можно выиграть металлошикач. Два. Я резко как побежал на сцену. Кстати, намного лучше. И такое чувство непередаваемое. Жду. И говорят, 93-й. Хух. Повезло. Ты доволен? Доволен. Милости просим. Я тебя поздравляю. Лена. Буду копать. Дай 5. Лена, на счет 3. Договорились? Ребят, мы сейчас в зоне определения целей. Сейчас Гельчик будет участвовать в этом конкурсе. Девчонки, мы все вы? Снимем, вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Два, три. Еша. Да, конечно. Еша, дай интервью. Ты готов к конкурсу определения целей? Всегда готов. Всегда готов? Ага. А тут надо сильнее просто. Ты в прошлом году выиграл топор в Фискаре, я помню, да? Так, было дело. Что в этом году планируешь выиграть? Побольше топор. Побольше топор, да. Тот маленький был, да? Да, повзрослее, чтобы больше. Все, мы растем, топор тоже должен подрасти. Все, я понял. Тёмыч? Тёмыч, скажи, что ты планируешь выиграть в этом конкурсе? Я планирую 0,5 хотя бы. Уже скорее. Пиво или, стесняюсь спросить, более покрепче? Не стесняйся, спрашивай. Покрепче, да? Серега? Ну, я был бы не против обновить катушечку, да. Так что катушка. Такие стандарты. Да, надо менять. Менять надо срочно. Что-то в этой жизни менять. Надо срочно, срочно. Пойти поменять $20. Так, ладно, мы включимся чуть позже. Итак, друзья, Генчик участвует в определениях целей. Так, какие там цели есть? Вполне возможно... побить рекорд. Сейчас посмотрим. Батарейка, пластиковая карта, ножницы, ключи, мобилка, пивной язычок, очки, брелок, камрад. И пошел. Все такие цели, как мы ищем прям. Так, девчонки, нас все меньше. Как вас зовут? Еша сначала прошелся, это все стратегия, пацаны, это стратегия. Еша прошелся, сначала все пронюхал, а потом будет определять. Наташа. Давай быстрее. Понял. Это финальная участница, и мы так, перейдем. Что такое? Не то нюхнул. Не взял след, Еша. Вы готовы? Подождите. Наталья. Еша след не раз. Взял. Взял. Два, три. Все. Еша готов что-то сказать, наверное. Спасибо думаю. Большое. Девушки, спасибо большое за участие. Первое очки. Первое очки. Очки, да. А второе? Ножницы. Ага. Пивной язычок. Четвертое, да? Пивной язычок. Четвертое, да. Пивной язычок. Я шо в сомнениях. Да ты шо, блин, вот это заблудили, блин. То, наверное, ключи давайте напишем. Пятое, ключи. Друзья, меня позвали на сцену. Сказали, что приглашаем тех блогеров, которые разыгрывали билеты у себя на каналах. Ну, в общем, иду, не знаю, что мне сейчас там скажут. Привет. Больше 10 тысяч. Поддержите, давайте, кто не подписан. Лёха.
Друзья, я веселый Лёшка. У меня 50 подписчиков. Подписывайтесь, пожалуйста. Это вот сейчас вас всех нагло обманул. Еще 50. Подойди, пожалуйста. Тысяч, у нас еще вот есть ютубер стоит. Подойди, пожалуйста. Он скромный человек. Вова, давай! Так давай, мы же здесь не за победой какой-то будем. Все когда-то начинали. Добрый день. Мой канал называется «Познавательная археология». Да. Это вам не в поиске клада. Забивайте «Познавательная археология». Короче, у меня сейчас четко так. А вот сколько у нас сейчас совокупности подписчиков тут на сцене? Как думаете, сколько? Прикиньте. 90 тысяч. Я думаю, это 120. 200 тысяч. Да. Вот 200 тысяч людей, 20! Подписчиков сейчас на Пуне, на Камрадфесте присутствуют. Вот. Я всем благодарен ребятам, что они откликнулись, приехали, разыграли билеты, пригласили своих близких, пропиарили наши мероприятия. И хочу вручить им подарки от компании «Рутус» и от компании... Вот, спасибо. Ребята, кому что. Да, подписывайтесь на их канал. Ребят, мы ходили на сцену, нам выдали вот такие всем вот блогерам вот такие вот призы. Мне футболку дали. Женя. Кепочкой. Жене кепочку дали. Вот такие вот дела. Сейчас пойдем, наверное, обедать. Не переключайтесь. Друзья, идем обедать. Сейчас возьмем каких-то вкусняшек. Всем, кто вместе с нами будет обедать, всем приятного аппетита. Мы пошли сейчас, возьмем какого-то мяса, плова, борща, может быть. В общем, о, смотрите, чего тут сейчас вам покажу. Ого, смотрите, что тут у нас есть на обед. Борщик есть. Есть вкусный плов. И есть вот такая вот нога. Там дальше шашлык, овощи, там все остальное. Сейчас что-то возьмем себе покушать. Друзья, я взял покушать шашлычка и плова. Все это кругом бегом обошлось мне 150 гривен. Ни много, ни мало. Всем приятного аппетита, да? Друзья, мы накрыли поляну, сейчас все покушаем. Геша там машет. Геша. Геша, вкусный плов, Геша. Ждем прошлогодний ответ. Вкусный, вкусный. Я ще не куштував. Я куштував, дуже смачний. В общем, хаваем плов и мясо. И употребляем. И мясо, друзья. Скажи правду, употребляешь? Сейчас к нам нет, не употребляю и вам не рекомендую. Алкоголю, пьянству, бой. Не пейте, не курите. И все будет хорошо. Сейчас к нам еще подтянутся комрады. И мы пообедаем. В общем, всем приятного аппетита, ребят. Друзья, очень много блогеров посещают Камрад Фест. Артур там, Максимович, мы только что Рыжий Копатель. Ребята, подписывайтесь на канал Рыжего Копателя. Контент вот такой вот. Рекомендую. Он реально рыжий, он реально копатель. Да, да, да. Я не против, ставьте. Да, мы же за пивом. А вы освобождаете багажник для пива? Ребята, освобождают багажник для пива. А вы думаете, цену на пиво? Мы посмотрим, сколько ящиков пива может вместиться в этот багажник. А думаю, вот так вот раз, ящик, два, три. И в два этажа шесть ящиков сюда по-любасу должно поместиться. Посмотрим. О, клевая лопата, кстати. Давайте обзорчик сделаем на лопату. Слушайте, зачетная лопатка такая. Ага. Ничего. Ничегосенька такая. Она легкая. Она легенькая, она маленькая. Огонь. Огонь? Рабочая лопатка. Все, где купить? Если бы магазин, ссылка в описании. Просто что не дешево. Пожалуйста. Ребят, посмотрите, какая атмосфера творится на Камрад Фесте. Свят. Thank you.
пятачок тараканов. А еще разочек. Красавчик, за деньги. Смотри, как она тебя просит. Я бы не смог отказать. А можешь чем-то не помочь? Это лайк, друзья. Ребята, атмосфера просто потрясающая. Много блогеров, много хороших друзей, знакомых мы здесь встретили. Всем передаю огромнейший привет. С эфирного конкурса обратите внимание. Веселый, ты готов к конкурсу пиво на скорость? Ты готов, да? Групповая. Давай. Мы здесь объединимся в две команды. Два, и три, четыре. Сиамские близнецы. О, он выиграл. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Алексей и Корыстышевский копатель Леонид. Да вы не фотографироваться идите, а за призом. У нас прокопец, у нас утешительные призы. Утешительные призы, это вам, да, Коростышевский копатель. Коростышевский копатель звучит как название какого-то хоррора фильма. Фильма ужасов. Так. Ребята, Максим, посмотрите на эти ноги. Эти ноги ничего не копали. Коп шлепка, блядь. Шлепа коп. Жарко было. Это опять я, да? По 0,5, девчата, просим. А? 0,33. У нас только литровые бокалы. Да ладно, девчонки, хотя бы раз. Дойдете до конца. И тут будет на лабутенах. Ягода малина. Ты меня любила. Ну как? Девчонки. Раз, два, три, четыре, пять. У нас пять девчонок. Может мы возьмем... Леш, может мы возьмем пластиковые по 0,5? Ладно, по литру так по литру. В прошлом году девочки пили по литру. Шо вы? И нормально приехали некоторые, он до сих пор приезжает. Алина, была уже, да? Была уже, все. В том году меня не было, нет, нет. Ну, конечно, брехня. Но я приезжал. Но если не допьете, не допьете, все. Кто до конца допьет, баста. Раздаем, по литру. Дима, ты хочешь поработать? Там мусор надо вынести. Так, еще раз. Дима допьет все бокалы. Так, Алина, какой город? Козелец. Козелец. Вика? Киев. Вика, Киев. Ирина? Винница. Винница, где вы? Эй! Так, Марина. Марина. Говори. Марина, в арбитражный суд. Претензии все. Ну, конечно, я сброшу руку. Я думаю, вы сбросите руку. Руку не мне. Вот люди выступали до меня, вот там вот туда можно все. Хорошо. И все, у меня секундомер все есть. И Оксана. Оксана. Оксана, у вас это все влезет быстро. Все. Я не сомневаюсь. Так, девчонки, я вообще думаю, засекать, не засекать время, просто, или просто поржать. Просто поржать. Шучу. Не, никто ржать не будет. Девчонки, отнеситесь к этому серьезно. Если победительница, я даже попрошу организаторов еще какой-то приз дополнительный. Девчонки. О, класс.
Девчонки как на девичнике сразу. Да. Максимка не знает. Да. Сейчас стриптизеры приедут. Так, готовы? На старт. Внимание, марш! Секунда! Ребята, кто хочет за девочек допить за Вику пиво? Итак, Марина, Марина, есть в мире справедливость, и она только что влилась в вас. Марина, Марина, мы поздравляем. Марина, мы поздравляем вас. Идите на сцену к нам сюда. Это действительно, знаете, я бы хотел сказать, мужественный поступок. А потом потом может женственный поступок. Думаю, тоже не женственный какой-то. В общем, я, они отказались от них. Ну, путевку в Египет. А кто нам не был? Кто не был в этом Египте? Что нам мы не видели? И не надо. Это хабарница. Это хабарница для деда Хабара. Да. И бокальчик вам пивной тоже. Да, 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 да. Мариночка, аплодисменты. Ребята, подписываем флаг. Подписываем флаг, посмотрите. Как это все происходит? Вот это сух путешествия. Тёмыч Палычу привет, красавчик. Друзья, перелетные птицы, только быт ваш отнюдь не хорош. Вы еще не успели жениться, ведь на копе жены не найдешь. И потому, потому что вы комрады, а лес и поле — это ваш родимый дом. А первым делом, первым делом ищут клады. Ну, на девушке, а девушек потом. А первым делом на доклады. Ну а девушек озвать им потом. Кончилась пленка, мотай!
Yeah.